Андерсон, время поджимает. Так что давай побыстрее. Как ты знаешь, наши источники сообщили группе 121 о проблемах в России. Эта история вроде каждый месяц повторяется, нет? Теперь все серьезнее. В российской армии есть подразделения исследования и разработки оружия, техника, ИИ, авионика для беспилотников, возможно, ОМП. Какого рода? Это мы и хотели узнать. Центр спецопераций заслал к ним агента под видом лаборанта, чтобы тот проник на научную базу города-призрака, расположенную в Сибири в Берсовике, и собрал разведданные. Было предпринято все возможное, чтобы его не раскрыли. Это агент МДС, кодовое имя Грейхаунд. Он был наблюдателем от ЦРУ в операции в Сараево. Я помню. Мы потеряли с ним связь 72 часа назад. Ты отправляешься один. Это политически тонкий момент, так что никаких ресурсов тебе не предоставят. Иными словами, если тебя поймают... Вы не будете прикрывать мою задницу, я понимаю. Засеки сигнал Диаса, оцени ущерб и достань разведданные. Если получится, и его прихвати. Выполняю. Сэндман, скоро начнется буран, нужно отходить. Понял, дальше я сам. Груз доставлен, удачной охоты. За этой отметкой не будет радиосвязи. Операция «Сибирский удар» началась. Конец связи. И вновь продолжается бой. Кругом открытая местность. Посмотрим, что у нас тут. Thank you.
намечена цель! Вы кто? Эй, я с вами говорю! Кто вас впустил? Заткнись и слушай внимательно. Я могу продолжать весь день, так что хорошо подумай, что сказать, прежде чем открыть рот. Что тут происходит? Почему вся тяжелая техника на научной станции? Мы собирались погрузить патоген на тополь и вывести под видом военного конвоя. Но... Чья санкция? Россия давно подписала конвенцию о запрещении биооружия. Вы правда думаете, что правительство хочет уничтожить это оружие? Или использовать его? Хватит нести чушь. Это то, что я хочу знать, или я запихну это тебе в глотку, и ты загоришься, как новогодняя елка. Где находится груз? Куда он отправляется? Я не буду спрашивать второй раз! Ульянов знает больше. Это он договаривался о поставке. Он в старом городе инспектирует транспорт. Кто покупатель? Ни за что. Он убьет меня. Рассредоточиться. Прочесать все строения. Потери. Часовой с западной башни выбыл. Повторяю, периметр нарушен с запада. Судя по ранам, выстрел снайпера с дальней дистанции. Прием. Принял 2Б. Все группы в секторе 3, код желтый. Прочесывайте плотнее и постоянно докладывайте. Конец связи. Осторожно, я его не вижу. Следите за движением.
Вы двое! Я вроде отдал приказ убрать с дороги эту ржавую железяку. Мы не... Не что? Не слышали меня по рации? Это значит, вы либо тугие на ухо, либо не выполняете приказы и не держите канал открытым. И вы знаете, каковы последствия в этой организации. Нет, сэр. В смысле, мы не... Сейчас из видимости. Несколько часов у меня запомнилось.
Никого не видно. Поднимите голову. Следите за движением! Исчез из видимости! На вид отличное птичье гнездо.
штаб IPM 9902. Это центр. Нам передают, что прорыв обороны был ложной тревогой. Повторяю, ложной тревогой. Вам дан зеленый свет на проезд в город. Он убит!
Угроза ликвидирована. Что я не понимаю. Все, что я пока нарыл, указывает на то, что патоген не заразен. Это задумывалось как хирургический скальпель, а не ОМП. Подсунь чуток за ужином и смотри, как царь падает лицом в салат. Такого типа. Да какой в этом интерес для международной террористической организации? Перегонять машины разве не выгоднее? Мне надо выяснить подробности их сделки с учеными, чтобы понять, что к чему. Твою мать! Извини, Диас, придется тебе подождать. Это не номер жетона, а частота. Thank you.
Лима. 1-0-7, Зулу, Кила, 49-3-15, Оскар, Лима. Местное вещание, ах ты сукин сын. Сигнал сильнее. Сэндмен, Танго, Виски, Сьерра. Прием. Грейхаунд, Фокстрот, Зулу, Сьерра. Это безопасный канал. Что еще за шарады, агент? Необходимые предосторожности. Некоторые старшие оперативники наступали мне на пятки, а потом началось. Виски как снайпер? Отлично. Да, но у меня приказ вытащить тебя оттуда вместе с разведданными. Ответ отрицательный. Разведданные сейчас ничем не помогут. Старшие научные сотрудники договорились с какой-то террористической организацией, и они прибыли за образцами патогена. Если мы не сделаем что-нибудь сейчас, вся операция пойдет на смарку. Хорошо. Какой у нас план? Устранить ключевых деятелей. Добыть образец для тестов, если получится сорвать доставку. Если нет, хотя бы установить маячок на груз, чтобы проследить его до покупателя. Главные фигуры – Невский, Сомович и, прежде всего, Ульянов, ведущий специалист. Все, что нам нужно знать, мы узнаем у него. Хорошенько посмотри на центр безопасности в 2 километрах к востоку от моего голубиного гнезда. Потом скоординируемся. Андерсон, это будет посложнее, чем Сараево. Если ты тщательно изучил обстановку, на этот раз мы справимся. Конец связи. У этой головоломки три части. Во-первых, Игорь Невский, инженер, отвечающий за лаборатории и оборудование. Держится особняком, темная лошадка. Во-вторых, Михаил Сомович, эксперт по дисперсии. Маленькая, но важная часть происходящего. Экстраверт, любит выпить, легко управляемый. Он поможет мне пробраться внутрь. И, наконец, туз в колоде. Алексей Ульянов из МГУ. Похоже, ему надоело изображать сторонника режима. И он заключил сделку с террористами. Учитывая, что он, вероятно, бывший КГБшник, как и сам главный, во всем этом есть своя ирония. Что-то еще творится, я чувствую это. Надо продолжать расследование. Грейхаунд почти на месте. Восточное здание и, черт, плохо дело. Да, они выбрали отличное место для магазина. Даже тараканы сбежали из этого постсоветского куска дерьма. Я в нескольких кварталах от тебя. Грейхаунд, задержись, у нас тут живой. Часовой? Ага, он смотрит прямо в твою сторону. Подожди, я с ним разберусь. Он может быть полезен. Выясни у него, где именно находится Невский и Сомович. Лучше знать дорогу, а не идти вслепую. Принято. Мне нужно, чтобы ты сказал мне две вещи. Давай начнем с малого. Кивни, если понял. Хорошо. Если ты здесь, значит, где-то на позициях есть еще и снайперы, наблюдающие за всем этим районом, да? Я не знаю, что... Я разрешил тебе говорить? А? Сколько их? Говори... 4 Хватит изворачиваться, ублюдок! Где находятся Невский и Сомович? Давай! Сомович в строении А, в лаборатории, в восточном крыле. Невский на складах, рядом с фабричным округом. Клянусь! Пожалуйста, не отпускайте меня, прошу вас! Андерсон, какого черта у тебя там происходит?
Мне немного не до того. Давай-ка посмотрим. Сэндмен, доложи обстановку. Заботься о своей части плана, умник. Принято. Будь осторожнее, нам только тревоги не хватало. Если они нас заметят, нам кранты. Крыша чиста. Отлично. Первый этап пройден. Теперь немного подготовительной работы. Я на позицию грузовика, рядом со мной две цели. Подожди, пока они разделятся, а потом шевелись. Целюсь. Посмотрим. В твою сторону направляется патруль. Один из них отделился. Сними его, когда он уйдет в тень. Я беру на себя второго. Понял, я подам сигнал. Так, подождем хорошей возможности. Готов. Путь свободен, продвигаемся. Еще один приближается. У меня все в порядке. Можем не ввязываться. Объект уничтожен. Грузовик на подходе с юга. На улицах стало много народу. Ага, зря не палить. Давай посмотрим, что будет. Два человека вышли из транспорта. Идет. Веди.
подтверждаю присутствие трех противников. Два на месте высадки лицом к еще одному около труб. Надо снять их по одному. Электрогенератор будет отличным отвлекающим маневром. Мои пули прошьют внешнюю обшивку. Я готов. Это привлекло их внимание. Сними цель около труб. Цель уничтожена. Попадание подтверждаю. Того, который остался на высадке, следующим. Объект уничтожен. Третья цель готова. Сработала как заклинание. Отличный выстрел. Теперь осталось пересечь площадь, и мы на месте. К тебе направляется цель от восточного входа. Сукины дети почуяли что-то, наверное. Они прочесывают территорию. Освободи мне дорогу, делай то, что считаешь нужным, я подстроюсь. Сперва эвакуация. Нет времени. Диас! Цель уходит. Грейхаунд, прием! Все чисто, достань Невского! Крышам, встретимся там. Готово, будь осторожен, скоро наверняка появится подкрепление.
Сэндман, поторопись, мать твою! Вражеские снайперы в моей зоне! Мне нужна поддержка с верхнего ракурса! Не паникуй, я бегу со всех ног! Меня прижали! Пали по ним! Еще не все, Сомович убегает. Я взломаю машину и перехвачу его, а ты быстро занимай позицию. Поездочка. Грейхаунд, я почти на месте. Сдохни! Умелый сукин сын. Диас, к тебе движется несколько целей. Ответь! Целься в Сомовича, живо! Они готовы. Держись, я тебя прикрою. Помоги ко мне, Коул.
Вот и все. Пока. Идти можешь? С трудом, но я понял намек и пойду дальше. Я понимаю, что ты уже соскучился по бумажной работе, но ты неплохо справился, напарник. Давай-ка не будем говорить гоп, пока не доберемся до леса. Диас, я запрошу эвакуацию раненого. Нет. По передаче на дальнюю дистанцию тебя могут обнаружить. Кроме того, они все равно откажут. Знаешь такое выражение? Пустить в расход. Да, если хочешь быть героем второсортного боевика. Я предпочитаю, своих не бросаем. Действуй по плану. Найди Ульянова и заставь его говорить. Он крепкий орешек и просто так не расколется. На этот раз придется надавить на больное. У меня есть доказательства того, что дружки его кинули. Это твой лучший козырь. Еще есть танкер, который они использовали как охлаждаемое хранилище. Если какие-нибудь тестовые образцы пережили саботаж, то они именно там. Я разберусь. Будь готов сваливать, как только станет жарко. Я достиг уровня улицы. Как ты там? Давненько мне не приходилось перевязывать раны. Но жить буду. Доберись до склада в полукилометре к северу от твоего положения. Несколько патрулей обязательно повернут в твою сторону, так что будь осторожнее. Я прикрою тебя. Пока радиомолчание. Поговорим, когда я туда доберусь. Если пройдет патруль. Раз уж по рации передают, что весь наш отряд вырезали в промышленном районе, я бы не высовывался. Если представить все в таком свете, как думаешь, скоро они приготовят вертушки к отлету с грузом? В любой момент. Они тащат груз, пока мы с тобой разговариваем. Ну и все. У нас есть то, зачем мы прилетели. Можем мы теперь свалить из этого богом проклятого города? Я не знаю. Командование никогда не говорит об этом напрямую. Нам, наверное, придется отходить в зону погрузки танкера. Но когда? Черт знает. Надеюсь, что скоро. А то мне что-то совсем прохладно стало. Ты о чем? Костер жарит только так. Ты не чувствуешь этого холодного взгляда? Ты параноик. Что с переговорами по рации? Такое ощущение, что мы просто сидим тут и ждем, пока... Черт, наверное, с усталости.
добрался до погрузки. Не хочешь объяснить мне, что тут, черт возьми, происходит? Кратко говоря, похоже, что центральное командование решило прикрыть это место. Так что Сомович пошел к ведущему исследователю Ульянову и сказал, что собирается связаться с некой организацией, заинтересованной в дальнейшем развитии проекта. Но он как-то забыл сказать Ульянову, что воспроизвел вирус, сделав так, чтобы тот передавался воздушно-капельным путем. И втайне договорился с этими ребятами, чтобы они убрали старика. Я уже хотел сказать ему об этом, но внезапно началась заварушка. Что на пленке? Доказательство того, о чем я рассказывал. Покажи ему, а дальше разберись сам. Просто узнай, кто стоит за всем этим. Переговоры — это не самая моя сильная сторона, но я посмотрю, что можно сделать. Выдвигаемся через полчаса. Ох, наконец-то. У меня мурашки по коже от этого места. Ты видел тела? Да, охренел от зрелища. Интересно, что босс собирается делать со всем этим дерьмом. Какая разница, если нам заплатят? Что, если он продает их какому-нибудь долбанному извращенцу, у которого стояк от дурных видео в интернете, и ему внезапно не нравятся такие, как ты? Как насчет твоей семьи? Если под семьей не подразумеваю. Что это было? Где? Вон там. Я видел движение. Это просто крысы. Не дергайся. Командир увидит тебя в таком состоянии, и ты покойник. Этот вирус, правда? Нет, конечно нет. И не смотри на меня так, будто что-то задумал. Просто проверяем. Лучше перебдеть, ты же знаешь. Если ты будешь бдить. Охранять территорию, если даже собственных рук не видно. Разве подразделение G не должно было заняться проводкой? Они же все техподдержка. G задницу свою не найдут, даже если от этого будут зависеть их жизни. О, разве нас всех не отбирали специально? Ладно, особенно технарей. Но отряд, который показывает худшие результаты, выкидывают из организации. Единственный отбор, как всегда было. Не знал. Так что, может, нам стоит проявить инициативу и заняться проводкой? После тебя! Хреновый из тебя помощник. Ты не понял. Может, нам и надо бороться за то, чтобы остаться в организации. Но это не значит, что у нас нет определенных функций. Не говори, что мне оторвут яйца, если я займусь проводкой. Это напоминает мне о молодом новобранце. Больше 24-х. Присоединился несколько месяцев назад. Был такой студент, что был на любую
тропу. Чую подвох. Командир его группы приказал ему тренироваться с каждым подразделением, от которого он получал наставление. Так что у него было Вот, и как долго он продержался? 4 дня. На 3 больше, чем столько, я считаю. Парень выглядел как рудокоп из страны третьего мира к моменту, когда его отпустили. Так что говоря проще, береги свою задницу и не выделывайся. Ладно, тогда мы просто посидим в темноте. Черт, ну и темень тут. Разве подразделение ДИС должно было заняться проводкой? Они же все-таки всех поддерживают. Жизнь задницу свою не найдут, даже если от этого будут давить. О, разве нас всех не отбирали специально? Вот, особенно технари. Но отряд, который показывает худшие результаты, выкидывают из организации. И естественный отбор. Так всегда было. Не знал. Может, нам стоит проявить инициативу и заняться проводкой? После тебя. Хреновый из тебя помощник. Ты не понял. Может, нам и надо бороться за то, чтобы остаться в организации. Но это не значит, что у нас нет определенных... Не говори, что я пойму проводку. Это напоминает мне о молодом новобранце. Как долго он задержался? 4 дня. На 2 дня. Парень видел, как
Прикрой меня, я пойду проверить. У нас тут вертушки в воздухе с грузом. Дерьмо. Они прикрывают лавочку, а мы вне зоны передачи и не сможем запросить поддержки. Андерсон, все зависит от тебя. Нужны ориентировки. Не переживай, здоровяк. Мы с Ульяновым приятно побеседуем. Thank you.
Впечатляющее зрелище, мистер... Смит. Ну да. Простите, что не пожимаю вам руку, но я несколько связан обстоятельствами. Меня зовут... Алексей Ульянов, главный научный сотрудник сверхсекретной лаборатории «Булгарин», бывший КГБшник. Я тут просматривал ваши бумаги, слушал записи в журнале. По ним не скажешь, что вы человек, способный убить тысячи невинных только ради выгоды. А, вы правы, мистер Смит. Не считая того, что не бывает бывших КГБшников. Я отвечаю за происходящее здесь и исследования, которые мы проводим, не направлены, никогда не были направлены на массовое поражение. А так что, если ваш главный аргумент — это ничем не подкрепленное обвинение, боюсь, вы умрете зря. Не стоит. Вас продали, и у меня есть доказательства. Значит, все готово? Да, я взломал код старика. Теперь нет ограничений на распространение, он готов к производству. То есть вы сделали его заразным? На все 100%. Я связался с покупателем, и мы договорились. Теперь надо быть осторожнее. Ульянов не должен ничего заподозрить, прежде чем все будет сделано. Пусть думает, что все у него под контролем. Да, да, наш покупатель тоже так считает. Просто не высовывайтесь и будьте спокойны, пока я все не улажу. Все время держите свои образцы отдельно. Значит, Брут все-таки набрался смелости и достал кинжал. Но, Дмитрий, никогда бы не подумал, что это возможно. Агент Сиэру, он полгода выдавал себя за вашего лаборанта. Так, скажите мне, мистер Смит, что теперь будет? Раз уж ваши люди, вероятно, предпочтут посадить меня за решетку, а мое начальство повесит меня на Кремлевской башне, я бы не отказался от проявления профессиональной этики. Я не убийца, и мне все равно, почему вы переметнулись к противнику. Моя задача проследить, чтобы биооружие не попало не в те руки, а мы оба знаем, что многие попытаются его заполучить. Кто бы ни был покупателем, он уже отбыл с порцией и способен уничтожить большой город. Помогите же нам! Пароль к моим личным документам – Бородин. Если есть какие-то следы этого загадочного человека, возможно, ваши спецы смогут вытащить их из переписки. Обещайте мне, вы найдете человека, который использовал меня, и уничтожите оба вируса. Да? Профессиональная этика. Сэндмен, говорит Грейхаунд. Как слышно, прием? Понял, слышу тебя. С трудом. Погода ухудшается. Ты добился чего-нибудь от Ульянова? Так точно. Информацию о покупателе на флеш-накопителе и ключ шифрования. Он не помнил имя, и, думаю, он не врал. Твои записи его серьезно взволновали. Понял вас. Придется работать с тем, что у нас есть. Обыщи танкер, но будь чрезвычайно осторожен. Встретимся, как закончишь. Ясно. Конец связи. Посмотрим, что с ним случилось. А что случилось? Что ты нашел? Бедолаге пришлось бежать до заставы и объяснять офицеру, почему он забыл заправиться. И скорее всего получить за это пуль. Лично я бы лучше попробовал сбежать. Я того же мнения. Подожди.
чисто. Забравший патоген может официально называться конченым.